Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. Продолжаю обзор покупок Черной Пятницы. Интернет-магазина Timberland. Открываем курточку. Куртка с подкладом, практически с начесом. Вернее, с курткой в комплекте. Размер XL, купленная в интернет-магазине Timberland. Кстати, Timberland без проблем принял российскую карту. Более того, они подтвердили официально, что да, мы принимаем карты зарубежных банков, но с доставкой только по США. Куртка очень качественная. Ношу такую куртку уже где-то года два, только другого цвета. Стоила она $200 со скидкой 60%, в долларах где-то 98-80, что-то типа того. Скидка почти 60%. Куртка очень качественная. Здесь можно увидеть, что у нее есть подклад. Вернее, еще одна куртка снизу. Соответственно, все это можно носить почти в лютые морозы и практически не замерзнуть. Очень удобная, очень легкая, очень качественная ткань. Ну и ванна практически не пропускает, ловко могу сказать. Timberland, качественная одежда. Говорится, нам на себя. Ну и цена. Покупайте через интернет, экономьте свои деньги, получайте удовольствие. Спасибо за внимание.